Замачиваем торфяные таблеточки водой, обычной, отстоянной. Они должны распухнуть и приобрести форму. Тут я уже подписала и распределила, где у меня будут какие семена, обозначила название и сделала перегородки. Таблетки наши распухли, полностью пропитались. Будем сеять петунию низкорослую пикотти гибрид. Вот так она будет выглядеть. И лобелию ампельную, голубой каскад. Также махровую петунию. Гранулированные семена. Вот я уже положила семянки в таблетки. Гранулированные семена мы обязательно смачиваем с пульверизатора водичкой, все остальные нет. Это у нас петуния пикотти. Вот семена лобелии, насколько они мелкие, даже намагнитились на пакетик. Настолько они мелкие. Сеем прям с пакетика. Закрываем. И на теплый подоконник на свет. Ставим дату. Всем приветики! Сегодня четвертый день. Смотрите, у нас уже появились всходы. Это петуния пикотти. Больше всех. И лобелия, кстати, тоже. Петуния махровая немножко. Нет, там уже есть. Что-то проклевывается. Сегодня пятый день. И посмотрите, как уже дружно видны всходы. Особенно, конечно, лобелии и петунии пикотти. Махровую петунию. Полностью все семянки. Мы их посадили мало. Я хотела их проверить на всхожесть. Вот. И остальные семена махровые я посажу уже не в торфяные таблеточки, а просто в тепличку. Вот. Открываем на проветривание. Избавляемся от лишнего конденсата, чтобы он не скапывал на растение. И, конечно, смотрим за увлажнением наших таблеточек, или если у вас грунт. Вот такие вот у нас дела. Всем привет! 20 февраля, 8 день. И вот уже какие красивенькие пучки. Я сняла пакет, пакет был мокрый-мокрый. Там были дырочки, но он укрылся конденсатом. Вот.
Проветривание у нас. Такие вот растюшки. Get up, get out of your bed.